Только каждый пятый водитель автобуса или кондуктор привит от коронавируса. В Новосибирске подводят промежуточные итоги вакцинации сотрудников транспортных предприятий. Сегодня мобильная бригада медиков работала в метрополитене. Планируют открыть пункт вакцинации на одной из конечных остановок автобусов. Вероника Иванова подробнее. Врач измеряет давление, сатурацию, интересуется самочувствием. Стандартный протокол перед прививкой от коронавируса. Медицинский пункт в новосибирском метродепо на время стал еще и пунктом вакцинации для сотрудников. Медики выездной бригады сегодня и завтра сделают 200 инъекций. Еще 300 сотрудников метро уже прошли курс вакцинации. Все вакцинируются. Рано или поздно все равно надо делать прививки. Если люди болеют, надо как-то себя обезопасить. У меня в семье сестра умерла, двоюродная. Так что надо всем прививаться. Эпидемия идет. Надо себя обезопасить. Вторую дозу препарата сотрудники также смогут получить на рабочем месте. Вакцинацию уже несколько месяцев проводят на железной дороге, городском электро- и автотранспорте. Пока в регионе только 20% сотрудников, которые работают на автобусах или обслуживают их, привиты от коронавируса. Процент крайне низкий, но если смотреть опять же по лидерам в городе, это ПТП-5, где превышение 60% идет привитых. Есть и аутсайдеры, где менее 10%. Минтрансом эти цифры взяты на контроль. С каждым автотранспортным предприятием совместно с Минздравом ведется работа по организации вакцинации. Коллективы ПТП не столь многочисленны и не всегда целесообразно отправлять туда бригаду медиков. Потому для водителей, кондукторов и пассажиров планируют открыть прививочный пункт на одной из конечных остановок. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.